Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Realme C25S изменить язык системы. Для начала переходим в настройки, затем в раздел «Дополнительные настройки», «Язык и регион», «Добавить язык». Перед нами открывается полный список доступных нам языков системы. Давайте выберем, например, украинский. И затем, чтобы поставить украинский язык системы, перетягиваем его на первое место и нажимаем «Изменить на украинский». Язык меняется автоматически. Если же хотите поменять его обратно на русский, переходим в налаштування, додаткові параметри, мова и регион, и перетягиваем русский обратно наверх и нажимаем «Змінити на російська». И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!